Создан единый диспетчерский центр по приему и обработке обращений от населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает Министерство ЖКХ и энергетики. В диспетчерский центр необходимо обращаться в случае неисправного освещения в подъезде, неработающего лифта, домофона, а также если засорился мусоропровод, канализация, отсутствует горячая или холодная вода, протекает кровля, не убран подъезд или контейнерная площадка. Обращаться по указанным телефонам нужно только после звонка в управляющую компанию, обслуживающую ваш дом.